Александр Суханов. Разговор. Я думаю, что некоторые из нас попадали в подобную ситуацию. Двое тихо говорили, расставались и корили. Ты такая, ты такой, ты плохая, ты плохой. Уезжаю в Ленинград, как я рад, как я рад. Дело было на вокзале, дело было этим летом. Все решили, все сказали, были куплены билеты. Паровоз в дыму по пояс, бил копытом на пути. Голубой курьерский поезд вот-вот думал отойти. Уезжаю в Ленинград, как я рад, как я рад. Но когда чудак в фуражке поднял маленький флажок, паровоз пустил барашки, семафор огонь зажег. Но когда в 12:20 бил звонок, один другой, надо было расставаться, надо было расставаться. Дорогая, дорогой, я такая, я такой, я не еду. В анкете написал на вопрос: как вы считаете, какими качествами должен обладать автор, исполнитель авторской песни? Он ответил: совесть иметь. Что это, Александр? Я Вадима Егорова спою. Нам сестренкой каюк, наша мама на юг улетела недавно. Жить без мамы не мед, это ж каждый поймет, а с отцом и подавано. До метрам тарарам, папа нас по утрам кормит женою кашей. Он в делах как дыму, и ему потому не до шалости на душе. А пожалеть хочется очень, мы ведь не так многое хочем, каждый отец, и даже отчим это поймет. Вот вчера, например, я такое имел, полетать захотелось. И была не была, два бумажных крыла мы приделали к телу. И пошли на балкон, пусть на нас закон, поглядят домочадцы. Да с балконом ах, полетим на крыла, чтоб по воздуху мчаться. Будут внизу реки, поляны, у всех упа, падают шляпы, вот красота. Только бы папа не увидал. Я уже улетал, но отец увидал, представляете, жалость. Он расширил глаза и схватил меня за то, что ближе лежало. Папы страшен оскал, я от папы скакал, как лошадка в галопе. И как будто коня папа шлепал меня по горцующей попе. У всех отцов богатый опыт по мастерству шлепанья попы, вот подрасту и буду попы шлепать я сам. Мы отца не виним, мы помиримся с ним и забудем о ссорах. Знаю, есть порошок, с ним взлетать хорошо, называется порох. Я найду порошка, пол посыплю слегка, брошу спичечку на пол. Полетать я хотел, и хоть сам не взлетел, так взлечу вместе с папой. Будут внизу реки, поляны, у всех упал, падают шляпы, вот красота. Только бы папа не увидал. Очень интересные ответы мы получили от Медведевой Ирины Сергеевны. Подходите поближе. Вот очень интересный ответ, вот обратите внимание на слово «первый». Читаю. Назовите свою первую песню, исполненную под гитару. «Ты у меня одна». Одна песня, первая. Пожалуйста.